Всем привет, ребята! Вы, наверное, думаете, где это я такой сижу? И как вообще я сижу? А сегодня у нас в видосе обнову. Покажу, что вообще нового добавили, в том числе и вот такую эмоцию. Теперь можно сидеть где угодно. Я решил сесть наверху палатки в своей ферме. Так что вы тоже сможете. Сегодня рассмотрим вообще обнову, сделаем пару квестов. Зайдем наконец-то к новую локацию. Там у нас будет прям ярмарка. Будет вообще шикарно. Будем фейерверки смотреть и все такое. Я уже там был, записываю интро после снятия видоса. Но вы увидите мою реакцию на самом деле на все это. Так что, да, пристегивайтесь. О, платьишко пришло. Пристегивайтесь, берете вкусняшки и погнали. Всем привет, ребятки! Наконец-то игра обновилась, потому что вчера целый день зайти не мог. И у нас в обновлении много чего нового. Самое приятное — это маленькие улучшения, которые они сделали с фильтрами, со всяким крафтом и так далее. И ярмарка наконец-то появилась. Новая локация у нас — ярмарка Маджи. Вот у нас даже есть сообщение. Сейчас глянем. Кенли. Захватывающие новости. С гордостью сообщаю, что сегодня вечером начнет свою работу первая в истории ярмарка Маджи. Там будет музыка, еда и живые развлечения от Чапа. Если вы хотите поддержать рост Кильмы, пожалуйста, приходите на рынок с 6 до 3 ночи, получается. По скриптам, пожалуйста, приходите. Нам очень нужно, чтобы все получилось с этой ярмарки эфира. Я уже сказал об этом герцогине. Так, загляните в хижину Чапа за специальными лакомствами и угощениями на ЧПС к тему. Тематику. Моя дочь управляет им. О, прикольно. То есть мы там ее найдем. Это раз. Пойдем проверим ярмарку. А что у нас сейчас в планах? Есть пару заданий. Нужно найти того, кто умеет делать телескопы. Потом я еще много заданий открыл, которые нужно поговорить и у ребят взять за уровень дружбы. Надо их тоже пройти. Из-за того, что играть 3 дня не работала, у меня ничего не проросло. Ну как 3. Вчера полностью не работала. И позавчера я не смог зайти. Но тут все нормально. А, еще дом. Домик надо купить, но для этого нужно заработать. Последние 3 дня я пытался заработать, но что-то прям дорого. Тут одна комната есть. Я думаю, кухню туда перенести полностью. Вот тут еще одна комната будет. Тут, скорее всего, будет спальня. И думаю, еще одну комнату сделать. Проход, который будет через спальню, будет соединяться здесь. Либо с той стороны. Вот, и это будет комната трофеев. Я туда буду складывать всю живку, которую буду находить, редкие предметы и все такое. Вы тоже расскажите, как у вас вообще проходит поли, как у вас прохождение проходит. Закрыли вы бандлы или нет. Смотрите, сколько у нас заданий на миникарте. Я вижу, что многие полицейские, в том числе и моя Джина, стали рассчитывать на тебя в выполнении заданий. Хотя мой опыт подсказывает, что людям нельзя доверять, а должно признать, что твое поведение для некоторых доказательство обратного. Приятно слышать. По крайней мере, в твоем уникальном случае могу ли я доверить тебе принести мне кое-какие припасы? Давай, всегда помогу. Хорошо, мне нужно раздобыть клочок ткани для пуговицы. А, 2 пуговицы и картошку. Окей, что нужно? Картофель, пуговицы и ткань. А если у вас лишние пуговицы, во... Значит, пуговицы у Джела забираем. А, кстати, обновление в магазине сказали, что-то новое там появилось. Оу, теквер, интересно. Не сильно теквер, конечно. Но, да. Traveling Trader, о, вот этот сет вообще прикольный. Но чисто для женских персонажей, для пацанов. Версия с юбкой не такое. А это архитектор получается. Понятно, сеты больше степени для девочек занесли. Для мальчиков теквер. Ну, нормально. Прикольно. Ты настоящий профессионал на кухне. Я слышу, что ты даже убираешь за собой посуду после готовки. О, это вообще имба. Если кто-то так же делает, вообще молодцы. Почему бы тебе не взглянуть на этот новый рецепт? Это не суп, но очень вкусно. Давай посмотрим, что он там продает. Чапа масала. Я пробовал индийский чикен масала. Вообще крутой. Нужно побыстрее чернику открыть, чтобы тортики делать. Кстати, у Джеки, да. У вас есть телескопы на продажу? Дай-ка проверю свои запасы. У меня есть стетоскоп, перископ, гироскоп, калейдоскоп. А вот телескопы у меня закончились. Можешь съездить в Бахари и поговорить с Наджумой. Я помню, что она покупала какие-то материалы, чтобы сделать свой собственный. Понял. То есть Наджума может нам телескопик сделать. Хорошо.
Так, значит, поболтали со всеми, узнали то, что телескоп может сделать на Джума. Сейчас быстренько заберем картошечку для Хеклы. Есть же без разницы, какого качества. Заодно и поговорим с Ауни. Он там, по-моему, какое-то то ли задание хотел дать, то ли новый рецепт я открыл для ремня. Я реально рад, что ты здесь. Ничего не видно. Моя мама нашла 30 коробок с вещами, бокскаут, в который я спрятал в сарае. Я сказал ей, что это для моего значка. Она ответила, что это мошенничество. Как будто она узнает. Я спрятал коробки в своем домике на дереве, но она и там будет искать. Мне очень нужно, чтобы ты купил кое-какие вещи. А, нет, баночка для насекомых. Кстати, хорошая вещь, на самом деле. Я использовал ее, чтобы ловить бабочек для кеньяты. Так, ну поболтали с их семьей полностью, узнали, кому какие подарки вообще нужны. Сейчас самое время сгонять быстренько до... Где у нас Хекла? Отдадим ей вещи для задания и пойдем... Ну и пойдем на ярмарку Маджи. Так, ну отдали ей все. Что еще? Калерии задание. Вы не поверите моему стыду, Фира. Я упустила из рук 3 бесценных тома. О нет, мы потеряли книги. Вы видели, что должны за... Это... Нет, это не будем говорить. О нет, что случилось? Я сам решил ошибку отложить тома Кеньяти, Джинни и Ауни. Если их не вернут в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как уйти с пути библиотекаря. Вау. Ну ничего, вернем. О, привет, как дела? У тебя есть книга просроченная? Да, я выписала книгу «Естественные истории» Долины Кильма. Если подумать, я давно его не видела. Наверное, я оставила ее где-то возле Феникс Шрайн. Не мог ты найти его для меня? Я была так занята классификацией образцов окаменевшего потока, что не успела вернуть его. Ага. Ну, я благо знаю, где это. Я собиралась пойти на рынок Маджи, но когда подошла к воротам, то замерла. Мне стыдно в это признаться, но я запаниковала, когда увидела, сколько там людей. Я знаю, что вы чувствуете. Правда? Я рад, что я не единственный, кто это чувствует. Не то чтобы хотела, чтобы ты волновался, просто я чувствую облегчение, что я не одна такая. Я никогда не отличалась хорошим качеством в отношении толпы, поэтому обычно мне приходится мысленно готовиться, прежде чем иметь дело с кем-либо. В последнее время я была настолько поглощена своими исследованиями, что у меня не было возможности сделать это. Мне обидно, что я пропущу рынок Маджи, но надеюсь, что будет в следующий раз. Блин, жаль. Нужно еще спросить Кеньяту по поводу книжек и Ауни. У тебя есть просроченная библиотечная книга? Да, несколько недель назад я посмотрела историю растений. Полагаю, она уже просрочена. Я одолжила ее Наю, чтобы ему было на что почитать, пока он целый день сидит в конюшне. Понятно. Кто у нас остался? Остался Ауни. Ну, раз Ауни пока спит, самое время сгонять на рынок Маджи, посмотрим, как он вообще выглядит. А, и что по вкладкам? Они обновили отношения, достижения, события. Во. У-у-у. Смотрите, игрушечки. А это что? Подушечки, игрушечки. Ха-ха. Скейт. Фейерверки легендарные. Онигири. Надеюсь, рецепты будут. Рецепты было бы вообще круто. Мороженое. Штамп. О, штамп карточки. Посетить ярмарку. Выполнить квест пристрастия Кеньяты. Окей. Съешь все 7 острых блюд ярмарки. Тоже сделаем. Съешь все 11 сладких блюд. Тоже сделаем. Поймать в общей сложности 20 чапов. Погнать. О, сейчас будет весело. Сейчас будет весело. То есть это не просто магазинчик, а прям конкретно ярмарка. Можно там сидеть играть. Я думаю, основные задания чуток подождут, пока у нас тут ярмарка есть. Ой, смотрите, как прикольно. Ой, вообще красота. Извиняюсь за свой голос, немножечко приболел, но надеюсь, все нормально будет. Та-дам! О, нам знамя дали какое-то, знамя луны. Это что? Не охотиться на чап. Окей. Буду знать. Да, довольно большая локация. Смотрите, довольно большая. Так, давайте с центра начнем. Что тут происходит вообще? Красиво-то как. Ой, посмотрите на эту милоту. Они все в шляпочках. О, у Кеньяты точно есть магазин. Посмотрите на ее одежду. Добро пожаловать в Чапа Хат. Дом Чапа Чомперс. Чем я могу тебе помочь? Так. Моргните дважды, если вы находитесь в заложниках. Ха-ха, очень смешно. Я слишком много тренировалась выбираться из веревок, чтобы меня похитили. Это еще хуже. Это для моего отца. Когда матери пришла в голову идея этого рынка, отец чуть не упал через себя от восторга. Он говорил об этом стенде уже несколько недель. Это было очень мило с твоей стороны. Ух, неважно. Кто-то явно недоволен в этом костюме. Слушай, ты же не хочешь, чтобы я умерла от голода, да? Я здравила за этой тележкой до закрытия рынка. Но все, что у нас есть, это ледяные штуки. Я все время чувствую запах чего-то жирного и вкусного. И звон той тележки. Не мог бы ты сходить за едой для меня? Вот, возьми вещи и для себя. Только типа побыстрее, пока я не отрубилась.
Окей, сейчас и принесем покушать. Кстати, на ярмарках работать такое, да, ты целый день сидишь за этим прилавком, не отойти, ничего не сделать, из того, что народу постоянно много. Вау, тут прям смотрите, как в Стардио, у каждой секции есть свой магазинчик. Можно рыбки половить. Вот, хорошо, надеюсь, какой-то необычный будет. Сейчас сыграем на барабанах. Давайте сначала принесем ей покушать. Купите в ларьке Рета еду для Кеняты. Угу. Что бы ей купить? Давайте ее онигири возьмем. Банмирета, вонючий тофу, сытный овощной бао, моти и красной фасоли. Но все равно придется все это съесть, поэтому... О, как раз знаю здесь. Спросим про книгу. О, книга у него с собой. Отлично, молодец. Так, а Уни здесь? А Уни нет. Спросим Наджуму про телескоп, раз она тут. Приветик. Знаешь, как сделать телескоп? А, что-то вроде поп-викторины. Я делаю одну для Чейна. А, я там на секунду занервничала. В таком случае я покажу тебе свои планы. Все, что тебе нужно, это немного дерева, немного серебра и немного стекла для линзы. Все, понятно. Так, ну мы много заданий тут сделали. Это прям очень удобно, когда все персонажи тут рядышком. Так, сейчас Кеняте отдадим еду. Я принес тебе немного еды. Может быть, теперь я действительно смогу пережить ночь. Единственное, что может убить меня сейчас, это скука. Самая смертоносная вещь. Я знаю, правда? Это почти так же плохо, как моя дневная работа. Но если я чему-то не научилась у своих родителей, так это тому, что я могу бросать деньги на проблему, пока она не исчезнет. Я слышал, что Наджума работает над какими-то экспериментальными штуками в тележке для фейерверков. Как ты думаешь, ты можешь подойти к ней и попытаться подкупить, чтобы она отдала товар? Если я собираюсь застрять здесь, я могу поиграть со взрывчаткой, пока делаю это. Вау. Пока непонятно, что за чап и что за билетик. Мой папа работает на кассе, так что если ты захочешь что-нибудь купить, Кенята хочет получить ваш экспериментальный фейерверк. Что? Кто сказал, что у меня есть что-то экспериментальное? Слушай, ты не можешь сказать моему отцу, что я его принесла? Он будет в ярости. Он скажет, что это слишком опасно, чтобы продавать. Так значит, он у тебя с собой. Да, я подумал, что могла возиться с ним за будкой. Но я проверила его, и он безопасен, если только ты правильно с ним обращаешься. Ты просто должен следовать инструкциям. Окей. Может быть, если я возьму других тестеров, папа увидит, что все в порядке, разрешить мне его продать. Здесь бесплатно, только дай мне знать, что подумает Кенята, окей? Надеюсь, мы не взорвем тут пол карты. Держи. Что это было в итоге? Это народ собирал зверюшек, чтобы обратно их закинуть сюда. Так, у нас вроде как есть проблема. Фейерверк был потрясающим, определенно это было главным событием ночи. Но они отпугнули Чапу в питомнике опять. Честно говоря, я не знаю, о чем думал папа, когда делал этот загон. Их даже погладить нельзя, они все время пытаются уже кусить. Обычно я была бы за хаос и беспорядок и до сих пор так делаю, но если их не окрутят, мой папа может буквально расплакаться. Ты можешь пойти взять их для меня и занести обратно в загон? И не стесняйся, не торопиться, такие хорошие значения нельзя платить. Так вот что это было. То есть я запустил фейерверк, и чапы разбежались. Окей, сейчас найдем их. Приветик маленький. Первый есть. Есть второй. Вот и третий. Так, вот и четвертый. Кстати, удобно, когда все NPC на одном месте, просто заданки выполняешь быстренько, чем бегать за ними. Вон и пятый. Та-дам. О, вот как раз за Уни. Спросим про книжку. Как насчет книги? Конечно, пока что это одна из моих любимых книг. Я еще не вернул ее, потому что был так занят домашними делами, что у меня не было времени. Окей. Может быть, я смогу подарить тебе книгу, если ты можешь мне найти немного чеснока для моей мамы. Окей. Держи свой чеснок. Было бы прикольно, на самом деле, чтобы как в Animal Crossing они сделали, чтобы ты бегаешь за редкими жучками. Не просто кидаешь бомбочку, это тоже прикольно. Но вот именно с сеточкой бежишь за ними, ловишь их. Там типа шанс промаха и все такое. Это было бы весело. Так, у входа в храм... А, вот. Вот книжка. Забираем. Сейчас принесем всю эту библиотеку обратно, чтобы она не волновалась. А, кстати, ребят, что хотел спросить. Если вы из Ютуба пришли, видите, да, свои имена, я вас буду приглашать в сообщество, заходите. Потому что в сообществе как раз-таки народ из Ютуба будет. Вот у нас уже сколько человек тут сидит. Так, вот ваши книжки. Да, полагаю, это те томики, которые я одолжил. Не было ли других книг, которые ты искал? Возможно, кто-то из людей нашел подходящие две. Нет, я так не думаю. Очень хорошо. Ты еще сейчас стоишь здесь. Полагаю, ты ожидаешь компенсацию за свою задачу? Вот некоторые штрафы за просрочку, которые я собрала. Надеюсь, этого будет достаточно. О, нифига. Много дали. Так, Кенята.
Да, я могу, кстати, упомянуть про ЧАП. Дело сделано. Так и есть, это мое развлечение на ночь. Тем не менее, это было настоящим спасением. Сегодняшний вечер был на самом деле очень веселым. Спасибо, Фира, я ваш должник. 1000 золота, тележку дали и игрушечку. Блин, прикольно. Смотрите, что я заметил. Добавили дверь и крыльцо. Прикольно, нужно будет купить потом. Другой вход в дом вообще удобненько, особенно когда он у тебя большой. Так, Ашура, что ты хотел? Слава дракону, что я столкнулся с собой. Я работал над очень важным письмом, и мне не помешал бы второе мнение. Что за письмо? А, об этом поговорим после того, как ты посмотришь. Это сложно объяснить. Вот ключ от моей комнаты, письма должны быть на моем столе. Окей. О, вау, я не ожидал, что она такая большая будет. Снаружи там маленькая выглядит вообще. Ой, смотрите, топорики. Первый уровень, второй, третий. Какая красота. Так, письма. Нуром, с тех пор, как умерла твоя мать, жизнь гостиницы стала тяжелой. Мне бы не помешала помощь, а также компания. Я знаю, что твоя мать хотела, чтобы мы помирились. Ради нее, пожалуйста, напишите мне в этот раз. Не повторяй мои ошибки, не забывая о важности семьи. Нуро — это его сын или дочка? Может, так нового персонажа нам добавят в игру? Интересно. А второе? Нуро, мне тяжело это признавать, но я был неправ. Я не должен был пытаться отговорить тебя от предложения пути нашей семьи в военной службе. Просто я позволил тебя увидеть во мне героя. Но на самом деле все было совсем наоборот. Во имя части я совершил поступки, которые были совсем непочетными. И я хотел избавить тебя от той же участи. Пожалуйста, напиши мне, и мы обсудим этот вопрос. Ха. Нура это кто? Может, у него дома есть фотография? О! Тушеный чернук с лапшой. Рецептик. Забирайте. Больше нету рецептиков, есть секретиков. Похоже, что нету. И фотографии нету никакой. Тут он... Нет, не приближается. Кто такой Нуру, интересно? Это что за фотография? Мельница. Кстати, такой локации нету в игре. Может, они потом добавят. Надеюсь, добавят. Снаружи, смотрите, она какая маленькая. Ну, типа, тут стенка стоит и... Ну, да ладно. Погнали, поболтаем с ним, спросим, кто такой Нуру. Понятное дело, что это его ребенок, но он поэтому до этого не упоминал, что у него есть дети. Да и я не видел. Как дела? Я прочел письма. И что думаешь? Похоже, вы попали в сложную ситуацию. Я не думаю, что мне стоит вмешиваться. На самом деле, второй вариант более лучше. Ну, типа, советы давать, когда в отношении других людей копаешься. Ну, это такое себе. Это... И хорошо, вот поддержать это хорошо, а вот именно советовать, что делать дальше, это плохо, я считаю. Поэтому я не думаю, что мне стоит вмешиваться. Мне очень жаль обременять тебя. Мы с моим сыном Нуро не разговаривали уже несколько лет. Он решил последовать по пути моей семьи в армию, и я не одобрил этого. Я слишком остро отреагировал, отпугнул его. Но это было много лет назад, и сейчас я жалею об этом. Я пытался придумать, как сказать ему, что хочу вернуть его в свою жизнь, поэтому я написал 2 письма. Один берет на себя ответственность за мои действия, а другой говорит ему, как много значило бы для его матери наше перемирие. Мне было трудно решить, какой из них послать. Пошли ту, что про Сабрину, это мило. Пошлите ту, в которой вы признаете, что были неправы. Ну, я думаю, второй вариант лучше. Это трудный выбор, но ты прав. Я должен признать свои ошибки. Да, так и надо. Нам сообщение пришло. Уважаемый Фира, судя по тому, что я слышал о состоянии вашего дома, вам это мелочь нужно больше, чем мне. Делать что хотите, нам 250 монет дали. Нас за нищебродов считают, ну ладно. Я думал, в этом эпизоде мы вообще будем просто домиком заниматься. Я не думал, что ярмарка такая большая будет. Но, как видите, сейчас все внимание эта ярмарка занимает, так что домик пока подождет. Сейчас быстренько проверим ферму и пойдем в ярмарку. Так, погнали на ярмарку быстрее, что там дальше. Я так не прочитал, сколько будет длиться ярмарка, но обычно такие ивенты 2 недели идут. Так что, надеюсь, я не ошибаюсь. Потому что 2 недели это было бы вообще шикарно. Так. Давайте проверим, наконец-то, магазин. Это с игрушками? 500 коинов. Так, что-то еще. Подушечки 1500, обои, звездный вечер 2000. Прям как стардиум. Хочу обои взять.
Надо накопить 2000. Чаповская попса. Кружечка есть. Скейт можно. 60 тысяч, вау. Это прям много. Садовый чапа, самодельный коврик. Прикольно. Так, что за барабаны? Так, на барабанах можно играть. Что еще тут есть интересного? А, в магазине тут мы покупали уже. Нужно задание какое-то выполнить по огромной ярмарке. Е-е-е, на всех барабанах поиграл. Смотрите. Красота вообще. Это будет там нейлом. Так вот откуда этот фейерверк. Давайте посмотрим на задание. Так, это мы сделали. Выполнить квест по огромной ярмарке Маджи. А, это мы еще не делали. Пока непонятно, где и как. А где игры? Игры. Охотник за чапа. Поймать в общей сложности 20 чапов в погоне за чапа. Где это задание найти? Хочу фейерверк запустить. Погнали. Баба. О, прикольный. Хочу в эту мини-игру поиграть с чапой. На джуме по поводу фейерверка. Взрыв был больше, чем я ожидал. Может, я добавил слишком много пороха. Спасибо, что провелся за меня. Думаю, мне еще предстоит поработать. Надеюсь на твою помощь. Так, что у них в магазине? Фейерверки-то дорогие. Нужно вещички продать, чтобы купить фейерверк. О, что-то началось. Нужно чап ловить. А вот там не играю. Мне интересно, ее запускают или она сама просто регистрируется. Поймал одного. Они такие милые. Конечно, тут слишком много народу, чтобы хоть как-то поймать этих мелких чапиков. Так, ну если это единственный способ заработать на ярмарке, причем перед закрытием, то придется очень много ловить. Это прям очень много. Потому что я столько бегал, я только 7 штук поймал. Народу слишком много. Поймать 75 чапа за одну игру в погоне чапа в составе группы. О, вот это тоже надо сделать. Ну, смотрите, что я понял. Походу на ярмарке погоня за чапой это раз в день. То есть один раз за ярмарку. Никак ее не триггернуть, никак ее не запустить. Ну, по крайней мере, я вообще не видел нигде кнопочки. И что-то такого. Это раз. Во-вторых, нужно это делать в группе, чтобы все задания выполнять сразу. Ну, у нас вообще барбекю арея. Это вообще самое офигенное. Ну, сейчас оставим спальню свою. Ну, в итоге, вот такая пока что спальня на данный момент. Вот, кроватку сейчас сделаем новую. И кухня. Вот тут гостиная будет. Уберу потом старую. Вот этот дверь, стол слэш дверь уберу. Вот такая кухня получилась. Довольно миленькая, я считаю. Немного улучшения, новые обои, плитку какую-нибудь хорошую. И вообще шикарно будет. Так, ребятки, игра, конечно, крашнулась, но ничего с этим страшного. Нам дали руду, поэтому сможем наконец-то выполнить задание. Да, опор сообщества. 2 стеклопакета, 10 твердой древесины. Все, можем возвращаться к чейну. И по пути, я думаю, забрать подарки для наших жильцов города. Вот, твои вещи для телескопа, держи. О, ну это очень мило, но я никогда не смогу принять это. В смысле, почему? Вам необходимо обнаружить послание дракона, мне эти вещи не нужны. Я хочу, чтобы они были у тебя. Очень хорошо, если это сделает тебя счастливой. Используй эти вещи с пользой. И все. А что тут лежит, кстати? Маленькое желание? Я хочу обратиться к вам за помощью, Маджи. Сегодня ко мне приходила на джума, она немного усовершенствовала тёстый гриль, намереваясь приготовить на нём стейки сернука. Однако последняя попытка охоты закончилась тем, что она разбила небольшой валун.
К сожалению, я не очень люблю плотоядные блюда, не могу исполнить ее желание, поэтому прошу прислать кого-нибудь, кто сможет это сделать. Ха. Интересно, это кто написал? Чейн. Это он уже вегетарианец сам по себе? Чейн, это твое? Не, конечно, нет. Хотя мне, конечно, соболезно, что вы так думаете. Это просто письмо с пожеланиями. Как человек, ты не должен быть знаком с этим обычаем. Все маджири были созданы драконом, но наши ритуалы поклонения различаются так же сильно, как и сами маджири. Я привез к Кильму обычаи написания писем с пожеланиями, чтобы более стеснительные члены нашего сообщества могли спокойно просить о помощи, как, например, наш юный разрушитель. Ух ты, отличная идея! Для меня большая честь, что вы так считаете, но мне остается только благодарить поколение мудрецов, живших до меня. Итак, что ж такое письмо желаний? Сотни лет назад дракон напрямую обращался к своим ученикам Маджири, но постепенно его присутствие стало ослабевать. В наши дни он вообще не говорит. Но у людей оставались потребности, поэтому они писали свои желания на бумаге и оставляли их у святилища. Другие люди находили их и исполняли. Поэтому приходится охотиться на сердука? А я не могу, поэтому я и записал ей желание. Ведь я не употребляю мясо, значит, являюсь довольно плохим охотником. Однако, если ты решишь получить сернук, я уверен, что мы оба будем тебе благодарны. Значит, сейчас, да, два мяса добудем ему спокойненько. Так, и по пути подарки раздадим. И вечером можно сгонять быстренько на новую локацию. Благо, у меня есть стрелы. И фейерверки тоже. Так, мясо я взял. Благо, тут два сернука всего лишь забрать. И пойдем на Бахрибей за Наджумой. Отдадим им миско. Закончим этот квест. Так, Наджума, держи мясо. Ой, это то, что я хотел, спасибо. Знаешь, Чейн говорит, что дракон исполняет желания, но вроде как это ты сделал. Так что я думаю, как я это вижу. Я не думаю, что должно быть важно, кто это, дракон или ваш сосед, верно? Все правильно. В общем, нужно готовить ужин, спасибо. Смотрите, как прикольно. Я когда собирал предметы с дерева, мне янтарное ископаемое упало, а с камней мне упала механическая нога, добытая из самых крепких узлов Бахари. Судя по всему, когда-то принадлежала Галдуру. Кто это? Что это? Давай узнаем. Давайте узнаем. Так, сейчас вернемся к Чейну и выясните, кому принадлежит механическая нога. Вы нашли механическую ногу во время добычи полезных ископаемых в бухте Бахри. И похоже, что когда-то принадлежала Галдуру. Кто это вообще такой? Может быть, кто-то из деревенских галдуров знает, кому она принадлежит? Хм. Ну и в ловушке времени. Находясь в бухте Бахари, вы обнаружили на одном из деревьев янтарную окаменелость. Насекомое заперто внутри. Показалось вам смутно знакомо. Так, сейчас шляпу уберем, поставим ловушки времени. Пойдемте найдем. Можно Джуми показать сначала. Может, она знает что-то про ногу. Просто про другие деревни я вообще не слышал. Смотрите, сколько у нас... Сколько у нас квестов просто сразу открылось. Давайте к Эйнару заглянем. Спросим про ногу. А потом уже к Джинне за янтарем. Блин, прикольно. Я всегда хотел найти такое же насекомое в янтаре. Это прям классно ископаемое. Так, ну, житель деревни Галдурс, это вот Эйнар должен быть. Привет. Так, я нашел эту механическую ногу. Какой восхитительный маленький придаток. Могу я взглянуть на него? Только если вы пообещаете вернуть взгляд, нюх, что угодно, не торопитесь с этим, выручайте. Выручайте. Вы хотите, чтобы я вырубил себя этой ногой? Звучит не очень приятно. Извините, но я вынужден отказаться. А, понятно, очень интригующе. Распознаете ногу? Да, она принадлежит моему старому другу и другу Хеклы. Она знакома с ним лучше, чем я. Может быть, вам стоит передать это ей? Могу ли я предложить завернуть придаток в одеяло, чтобы сохранить его в тепле? Я не хотел бы, чтобы ему был причинен какой-либо вред. Да, без проблем. Прикольно. Быстренько к Чейну бежим. Она поблагодарила нас за мясо. Ой, это делает меня счастливым. Я надеюсь, что это делает счастливым вас. Конечно, мы помогли.
Видите ли, истинная мудрость дракона заключается в том, что его учение показывает нам, как жить хорошо, даже без его присутствия. Я верю, что этот опыт сделал вас мудрее. Спасибо, что помогли мне и Наджуме. Прикольно? Список подняли, такой маленький квестик. О, Хекла. Хекла, я нашел эту механическую ногу. Это объясняет необычную энергию, которую я вдруг обнаружила. Могу ли я взглянуть на него поближе? Понятно, рисунок потока был знаком. Я не была уверена в его владельце, пока не рассмотрела его поближе. Этот отросток принадлежит моему старому другу Галдору. А Эйнар? Нет, у Эйнара есть обе ноги. Ты вернул одну из двух отсутствующих ног другого Галдора. А как он их потерял? Это долгая история, и не мне ее рассказывать. Большинство галдоров создается из природных материалов, таких как дерево, камень и глина, что нас связывает вместе, так это руны на наших телах. При повреждении руны нередко теряют связь с конечностями, в результате чего они могут стать непригодными для использования или просто развалиться на части. В случае с моим старым другом, все его придатки отвалились в какой-то момент после ухода из семьи, которой мы оба служили. А что за семья? Я не хочу раскрывать их личности. После того, как случилась беда, я боялась, что он умер. Однако это было не так. Его энергия хоть и была слабой, но сохранилась. Пока я спала в одиночестве на протяжении бесконечных солнечных циклов, его присутствие никогда не исчезало. Это была одна из немногих констант в нашем постоянно меняющемся мире. Это глубоко. Да, связь между галдорами глубокая. Моя джина часть сравнивает отношения между связанными галдорами с отношением братьев и сестер-близнецов. Постоянная связь между временем, пространством и мирами. Связь, которую невозможно разорвать. Совместность в разлуке. Каждый заслуживает такой связи. Согласен, поэтому для меня крайне важно, чтобы моя джина поддерживала здоровые социальные связи. Я больше не буду тебя задерживать. Спасибо, что нашли пропавшую ногу моего друга. Если вы не возражаете, я хотела бы хранить ее рядом с собой, чтобы я могла сильнее ощущать его присутствие. Прикольно, слушайте, прикольно. Давайте теперь с Джиной поболтаем насчет янтаря. Я нашел эту янтарную окаменелость на Бахаре. О, круто! Ничего, если я взгляну на него. Интересно. Если я права, то это должно быть... Дай мне секунду, чтобы посмотреть мои записи. Ага, отметки совпадают. Я никогда не думал, что встречу его в таком хорошем сохранившемся состоянии. Это действительно восхитительно. Алло, Полия, Джина, hello. А, точно. Извини, я совсем запуталась. Наверное, я просто в восторге от того, что своими глазами увидела кузнечика. Какой? Солнечный кузнечик? Да, окаменевший кузнечик появился на Бахаре 1000 лет назад. Задолго до того, как у региона появилось название. Они являются предками неуловимого лазурного каменного кузнечика, обитающего на полях залива Бахари. Считалось, что они вымерли примерно, в то же время, что и люди. Ты, похоже, много знаешь об этом животном. Только потому, что у меня есть близкий друг-биолог. Иначе я бы мало что знала об нем. По его словам, единственным доказательством существования кузнечика теневика были несколько древних пещерных рисунков и дневник, оставленный энтомологом-человеком. Оказывается, люди не так и не вымерли. Так что интересно, может быть, и кузнечик на солнце тоже существует. Извините, я не хотела говорить об этом бессвязно. Я не могу вас винить, окаменелость — это круто. Это реально действительно круто. На ютубе даже есть каналы, где люди до сих пор находят окаменелости, животы всякие и все такое, и они типа открывают их, показывают. Итак, что мне делать с ископаемым? На вашем месте я бы немедленно передала его на хранение в Кимском музее естественной истории. Если бы у нас был музей, конечно. Если ты не против, может быть, я смогу забрать у тебя янтарную окаменелость. Думаю, это был бы отличный подарок и увлекательная тема для исследования для моего друга-биолога. Все в ваших руках. Правда? Здорово. В таком случае, прежде чем отдавать его мне, ты мог бы посмотреть, не заинтересован ли в нем кто-нибудь еще, просто чтобы взвесить свои возможности. Конечно, я втайне надеюсь, что ты его мне подаришь, но не надо давить. А у Ин, наверное, было бы интересно. И Луизе тоже, поскольку она всегда говорит о создании музея. Может быть, и Зеки, и Тамали тоже. Не мог бы ты оказать мне услугу и сказать, где он оказался? Как исследователь, я считаю своим долгом узнать, что станет такой бесценной реликвией. Интересно. Давайте спросим. Луиза всегда...
она прям заберет ее, мне кажется, потому что она постоянно ищет всякие странные вещи, теории заговора создает. Так, интересуешься ли ты янтарными окаменелостями? Да, конечно, окаменелости завораживают, а янтарные окаменелости тем более. Скажи мне, что за прелестное создание заключено в нем? Это солнечный листоед. Боже, солнечный кузнечик? Они ходили, вернее, прыгали по нашим равнинам примерно в то же время, что и древние люди. Возможно, изучение их внешних останков позволит понять, что стало с нашим видом. Могу ли я взять его у вас в обед на этих радостных маленьких зверушек, которые меня сопровождают? Мне нужно об этом подумать. Что думаешь о янтарном кузнечике? Опа, а тут перевода у нас нет. Да, я обожаю ископаемые. Скажи мне, пожалуйста, что это очень супер крутой древний жучок. Да, ты угадал. Серьезно? А дай. Давай обменяемся. Я беру ископаемое, а ты... Деньги, еда, something cool, что-то крутое, может, ты нашел? Или удиви меня. Удиви меня. Ну... На самом деле, кое-что очень крутое нашел в последнее время. Не скажу я, что это будет секретом. Так, ну мне нужно подумать об этом. Интересно, что он там нашел. Элуиза, Джина, Тамали, Зеки. На самом деле, я бы Элуизе отдал, чтобы она сделала музей. Было бы прикольно, если она откроет свой музей. А у нее тоже интересно, что... Джина, я не помню. Зеки наверняка просто деньги предложит, поэтому давайте у Джины еще раз спросим. У меня сейчас выбор что-то между Аони либо Элуизи. Потому что они оба очень интересны. В итоге я думаю Элуизи подарить, потому что она все-таки хочет музей создать. И было бы прикольно. Вы заключили сделку. Она мне предлагает несколько радостных тварей. Что это может быть? О, она нам дала кучу букашек. Бурокрылка, богомол листоед, как раз таки такое же. Это кто? Садовая цикадка. На чем я там остановился по поводу мебели? Значит, комод есть, полка есть, диван есть, шкаф можно сделать, кровать, не хватает ткани. Ничего страшного. Стол, шкафчик мы делали. Давайте стол сделаем, поменяем на кухне. Что дальше? Люстру хочу. Так. Шкаф сделаем себе красивый. А люстра что? Стекло и лампочки. Окей, не проблема. Так, давайте шкаф. Хочу вот что-то такое на стенку. Декор такой красивый. Так, благо есть тут галочки, можно посмотреть спокойно. Так. Декор можно сделать. Фикус. Давайте, наверное, декор. Фикус хочу. О, это что такое? Раковина. Блин, раковина выглядит прикольно. Ну, доски у нас есть, и железо готовится как раз. Что еще нам нужно? Лампочки и... О, смотрите, как красота получилась. Я стулья потом просто обновлю на новый индустриальный, и все. В эту часть нужно тоже придумать, что-то сделать. Так, гостиная пока тихо, пока тут ничего и денег никаких нету. Прихожей тоже. Так, проход в спальную комнату. И тут уже будет инвентарь и все такое. Так, ну я думаю, в этом эпизоде все. Много чего сделали, на самом деле, из квестов прикольных таких. Жаль, по фестивалям не прошлись, но я думаю, записать еще. Нужно найти... какую-нибудь команду, к ним записаться и выполнять вот эти квестики, которые у нас тут. Так, где оно в событии? Например, вот эти квесты с ловли чапы в группой в общей сложности 300, вообще найти в общей сложности 150 найти, там в общей сложности 60, это прям тяжело за одну игру. Нужно кого-нибудь найти с сервера, с ними уже ловить. Ну, я думаю, постоянные игры скучно будет вам снимать. Билетики заработать, чтобы все это разблокировать. Но это уже завтра начну. А на сегодня пока все. Дальше будем, опять же, декор дома устраивать.
Я думаю, новую комнату купить в эту сторону, чтобы там комната трофеев была, комната такая, только трофеи, редкие животные, аквариумы и так далее. А остальное дом оставить так, как есть сейчас. Вот кухню сделали, более-менее мне нравится. Надо что-нибудь для гостиной придумать. И на сегодня, думаю, все. Спасибо, что со мной были, посмотрели обнову. Я вам покажу под конец кое-что прикольное. Добавили новую эмоцию. Можно посидеть. И все на этом. Так что я вас уже вижу в следующем эпизоде. Спасибо, что были со мной. Пишите, пожалуйста, как у вас вообще проходит прохождение. Мне очень интересно, как у других людей. Можем даже вообще в участки заглядывать. Ко мне можете заглянуть спокойно, если вы есть у меня в друзьях. Если также вы есть в друзьях, заходите в сообщество, чтобы мы там были. Ну, чтобы я знал, что вы из YouTube, а не из игры, из не сервака. Так что все, жду вас, ребят. Давайте, удачки.